Да, и теперь можно смочить руки в подкисленной воде для того, чтобы распределить, и рис не прилипал к рукам. Как у тебя получился рис? Да, нормально? Стики рис? По рецепту? Стики — это липкий. Угу. Липучий, да. Стики — это... Стикер. Да. Да, это липучка. Стик — это приклеить. А с этим сыром, что ли, попробуем? Обязательно. Можно все. А сколько мы сделаем? 5 штук? Я еще думаю, что нужно, знаешь, мне кажется, что нужно. Они, кстати, будут очень, в принципе, суши же калорийные. Ну, из-за риса в основном. Мне кажется, что нужно еще вот взять терияки соус. Я думала, соевый. Мы же в соевый макать, по идее, должны. Соевый, и от ряки можно прямо внутри. Ну, давайте попробуем. Он вкусный. Может быть, частично? Не все стерео. Не все. Да, внутри они тоже добавляют соусы. Они вообще все могут быть разные. Мы можем еще и с твоим этим паштетом сделать. Да-да. Чтобы нет. А у нас есть соевый, да? А тикамен есть? Хорошо. Оставь только. Да, соевый должен быть. И у нас есть эти самые. Соня, могу тебя посадить сюда? Нет, Она тут супервайзер. Слушай, а поставь ей вот стул сюда. Высокий. Нет, просто подвиси на тот, Да. Думаю, где-то табуретку принести. Ну что? Затем нужно с помощью коврика смотреть, перевернуть этот, чтобы рис... Ну, нет, наверное, вот так, да? Чтобы... Я не знаю, как это сделать. Написано: при помощи коврика поверните рис нори. Как его лучше повернуть, дядя Игорь? Да, это у нас не хватило. Куда повернуть? Не понял. Да, слишком сейчас на стол пойдет. Что ты хочешь сделать? Ну, давайте тогда повернем его просто до сюда. Да. И он немножко обрежется. Первый блин комом, как говорится. Так что... А почему его надо? Чтобы лист нори, видимо, был сверху. Да, так. Будем считать, что у нас стол. Да, в следующий раз будем это. И вот положить вот сюда, на этот край, огурчик и сырик. Сырик. А почему внутри этот самый... Ну вот, кстати, можно было не переворачивать. Потому что должен быть рис сверху. Да. Это Филадельфия. Это Филадельфия. Рыбу можно типа не класть, если не хочешь. Она сказала, что лучше попробовать первый раз не класть много начинки, иначе не свернется. Ты отрежь вот этот, который не получился у тебя, потом мы его доделаем. Это нехорошо, что он лежит на... И убери его. Опыта мало. Да, ну ты сделаешь еще с ним потом. Лишь бы он завернулся сейчас вот это, да? Да, наверное, больше начинки не надо, иначе я боюсь, что не завернулся. Вот. Рис хорошо, да, получился? Липкий такой. Угу. Ну, специально же для этого. Ну, а теперь вот сегодня... с помощью этого коврика, да, заворачивать? Так мало еще, надо же еще добавить что-то. Нет, начинать надо, по-моему, с той стороны. Край нори, которым было меньше риса. Надо было с этой стороны его заворачивать. Ну, у нас может теперь быть... с двух сторон. Значит, может быть, рис вот сюда, вот эту начинку вот сюда положить, в эту сторону. Чтобы она как бы завернулась. Только из этого мало же начинки-то. А сверху рыба будет кусок. А, вокруг, да. Вокруг него будет рыба. Так мало, надо было больше еще огурец положить, я не знаю. Но она говорит, что он, если много положить, то может не завернуться. Да, но дело в том, что надо рис уменьшить. Да? А как вы потом коврик будете доставать? Ой. А присли. А хорошо шло. Да. А, вот так вот? Значит, да. Ну вот сейчас я говорю первый блин комом, а второй знакомым. А второй что? Знакомым. Знакомым. А, то есть мы будем знать, как комом. Да. Ну, как будто бы у меня утекает. Все, я его доверяю. Да.
еще разок, я думаю, надо было повернуть. Может, обрезать просто хвостик? Нет, еще разок повернуть не надо. Просто дело в том, что я уже в следующее сворачиваю. Упс. Наверное, все. О, вели хорошо. Да, немного. А может быть, довернуть в него? Давай сразу же пошли. Будет жирный ролл. Двойной. Только вторая часть без начинки у нас? Ну да, видимо, будет больше риса, чем начинки. Но я говорю, это первый раз. Так а почему вторая часть? Ты мне изначально сказала этот формат. А, ну да, кстати, он будет сделать. Да. Так, все, я его вплющила. Так. Это ком? Да. Этот, блин, ком? Это серьезный ком. Мы это все потом обрежем. Зачем? Я не уверена, я шучу. Это тоже интересно, конечно. Любопытно. Первый раз в жизни делаем. Сейчас надо как-то... Сверху рыбу просто положить и будет все красиво выглядеть. Сейчас. Это надо куда-то спросить. Гарик, у нас как к японской кухне относится? Пока я вот еще... Нет, сначала рыбу положить, а потом разрезать. Думаю, что плохо. А рыбу надо положить прямо сюда. Да. И написано, что каждый раз, когда обрезаешь, нужно мочить нож соленый в кислой воде, чтобы не прилипало. А как их выкладывать? Не, ну дело в том, что они же вот так столбиком должны стоять, нет? Да. Все, надо блюдо, можно это будем кладывать. Нет, оно тут будет. Вот так вот. Слушай, а не так. Не вообще. Не так уж могло быть и хуже. Конечно, не так красиво, но зато. Давай, мальчики, попробуйте по одной. А где эти самые палочки? Сейчас это получится. Нет, надо палочки обязательно, у нас есть палочки. Джинджер, васаби. А, ну тут все стоит с рисом. Может быть, их один на другой наложить? Да, вот так вот. Чтобы они... Да, мне кажется, вот так вот идеально. Угу. И когда если мы перевернем, то они не будут наружу. Достоевым? Да, конечно. Хватит. А в них макать же надо в него. Я знаю. А васаби есть у тебя? Вот. Я сюда капнул на общее. Конечно. Можно туда себе капнуть. Ах, можно просто капнуть. Нет, мне нужно как-то... А я все сюда. Правильно. Правильно. Так я делаю всегда обычно. Да. Имбирь так вкусно пахнет. Я обожаю. Во всего мире. Говорят, очень полезен для против коронавируса. Давай, брось мне себе одну штучку. Чуть-чуть. Внутрь прямо? Чуть-чуть. Хватит. Отлично. Я не опоздал? Но мы только первый сделаем, так что смотри. Смотри, как тетенки сидели. Давай. Су-шеф наш. Су-шеф. Я попробую. Это надо учиться. Нет, так не получится тебе. С первого раза не получится. Он не первый же. А какой? Второй? Учился, может, не есть. Ага, конечно. Не получится. Когда это было, что нет? Игорь, ну, что тебе-то? Вот скажи, пожалуйста. Ну, не получится, значит, возьмет пальцами и съест. О, вот. Молодец. Вышел из положения. А ты говоришь, не получится. Начинки мало, ребята. Смиряйте с начинкой. Ну, давайте сыра больше. Может, надо было коврик. Так? Да. Надо больше начинки, ребята. Смелее. А что это? Это сыр? Как он называется? Филадельфия? Крим-чиз? Да.
Но уже лучше, ребята. Хотя этот сыр Филадельфия почему-то вылез. Значит, давило очень сильно. Нет, просто давило сильно. Главное, смотрите. Аккуратно сейчас свалится, ты ближе. Жди готовый ровно. Намочить надо, чтобы не лист. А что это такое? Это лимонные. А куда мы складываем? О, Соня, можно еще это чистое? Немножко? Кого? Соня, можно почему? Еще? А можно пачкать? Я просто ел из нее. Не было. Не а у нас вроде была такая продолговатая. Да, ну ты знаешь что, возьми длинную такую, она стоит наверху. А, вот, да, вот эту. Смотрите, как солнце светит. Это солнце, это не солнце. А что это? Солнце? Это солнце. Да? Да. Я думала фонарь. Точно, а мне светит, как будто это фонарь горит. А вот если вот так сделать... Вот отсюда дядя Игорь прямо такой крест хороший, но он же уходит. Нет, не буду дядя Игорь. Где? Вот солнце светит на нас. А там ты встань, встань. Встань. И что? Встал? Видишь? Что? Это не сюда. Это желтое? Да, видишь, оно уже заходит. Так это что, с фонарь? Нет, это не фонарь. Видишь, он исчезает. Прикольно. Исчезающий фонарь. Пока его никто не хотел. Возьми вилочку, парень, лучше будет. Ладно, подави вилку. Да, а то так мучение одно. Очень хорошо. Очень замечательно. Да, вот когда я обычно ел эти суши, они мне никогда не нравились. Вот ваши мне очень понравились. Вот на этом мы и закончим.